Итак, мои дорогие, по поводу жизни в кредитах, и вся жизнь в кредитах, караул для вас. Девочки, мы тоже тут временные, на этом свете, самом белом, тоже все временное. Кто не жил в Америке, он понятия не имеет, как шикарно, когда у тебя есть возможность взять, купить все, что ты хочешь, потому что у тебя есть куча денег. Да, это деньги банковские. Я, например, я не хочу свои деньги тратить. Я трачу банковские деньги. Процент настолько вообще я не чувствую. А если еще вовремя все выплачивать, постоянно юзать эти карточки, то такие фидбэки хорошие. Такие дела хорошие вам предлагают. Боже мой, девочки, кто не в Америке, не поймет. Или кто как-то неудачно устроился в Америке, те жалуются, ноют, плачут. Они, такие люди, жалуются вообще на любой территории. Поэтому я к ним отношения не имею, я никогда их не слушаю, не смотрю. У меня своя жизнь, у меня все хорошо, всегда все хорошо. Если что-то у меня хреновенько, я все делаю, чтобы опять было все хорошо. Вот, моя машина, я ее взяла, она у меня 20-го года, я ее взяла в лиз. Сейчас, через 3 года, уже 3 года прошло, сейчас у меня осталось 2 месяца на ней прокататься. И я вот думаю, мне оформлять financial, то есть мне делать покупку на нее, как бы купить ее, да, потому что я за нее платила, когда я ее взяла в лиз, я не заплатила вообще ни доллара, вообще ни доллара. Я не хотела свои деньги вообще платить. Ну, естественно, у меня ежемесячный платеж больше. Но зато я пришла в дилершип, да, и я заплатила всего лишь $500 за оформление документов, и я через 3 часа уже села в машину, еду. Сейчас я могу сделать то же самое. В мае я могу приехать, отдать эту машину, пойду в дилершип, неважно, Audi, Tesla, Lexus, Hyundai, Audi, там, я не знаю, говорила, я могу через полчаса выехать на машине и не заплатить практически ничего. Почему? У меня кредит скор хороший. Почему? Потому что, девочки, есть возможность еще и за эту машину платить ежемесячно, понимаете? Потому что взять можно все, что угодно. Но здесь думаешь в основном, готова ли ты платить лишние деньги за аренду, за машину? Нет. Ну, вот и все.